Какая красота и тятечка. Главное ничего не разрезать. Ну, сердечко. Складываем, открываем. Типа вы можете заказать еще много чего. Такой сувенирчик будет в машину. Да как же она открывается? Ладно, пойдем по старинке. Булавка на счастье, что ли. Выглядит очень достойно монетка. Там очень большой выбор. Если вы захотите, выберите что-то для себя. Для коллекции, ну или там еще куда-то. В таком боксике. Вот так вот это шикарно выглядит. Кому не нравятся РПЦ-шные иконки, тот может заказать вот такую вот вещь. Она будет очень достойно смотреться на панельной приборе, приборной панели вашего автомобиля. Довольно-таки увесистая, но красивая. Особенно актуальна для жителей Украины. В самых отдаленных ее областях. Монетка супер. Зачем только не положили булавку, непонятно. Ну, я думаю, от сглаза. В общем, все буду добро. Тримайтесь.